Хоккейный клуб «Рубин» приостанавливает выступления в высшей лиге российского чемпионата. Информация появилась сегодня днем на официальном сайте команды. Основной причиной называют отсутствие финансовых средств. Директор клуба отказался прокомментировать ситуацию. Нам удалось дозвониться до главного тренера «Рубина». Шок. Как-то, ну, так не должно быть. В общем-то, мы я думаю, что, ну, по крайней мере, казалось, что ситуация не такая сложная. Но оказалось, что она сложная. Дальнейшие планы надо просто обдумать, переварить все это немножко и уже все это потом выстраивать в дальнейшем.